Сегодня мы рассмотрим несколько проблем, задач криптографии. Первое из них — это подходы к криптоанализу. Битого так, в зависимости от того, какая информация известна криптоаналитику или тому, кто будет заниматься криптоанализом и взламывать эти шифры. Правило Киркова — это что точно известно, какая система используется при шифровании. То есть либо это шифр какой-то конкретной перестановки, либо подстановки, либо, может, там, позиционный шифр, точно известно. Но неизвестен секретный ключ. Дальше криптоатаки делились по информации, которая дополнительно известна криптоаналитику. Ну и самая слабая атака на основе шифра текста, когда кроме этой системы шифрования известен только шифр текста. Затем атаки шли по возрастанию опасности, когда известна пара открытых и шифрованных текстов, атаки на основе открытого текста, затем выбранного открытого текста, то есть возможность еще больше у криптоаналитика, выбранного шифр текста, выбранного текста, адаптивные атаки, ну и, наконец, атаки с использованием дополнительной информации, информации с побочного канала о работе вот, физических устройств, которые реализуют алгоритм шифрования. Ну и давайте посмотрим. Если мы будем рассматривать атаки на основе выбранного текста или даже на основе открытого текста, то все шифры перестановки, которые мы рассматривали, шифры подстановки, они будут совершенно нестойкими. Ну, давайте посмотрим. Атаки на основе открытого текста, шифров текста или выбранных открытого текста и шифров. Ну, например, сразу станет ясно, что все шифры перестановки будут нестойкие. Рассмотрим общий шифр перестановки. Если R меньше или равняется
N, где N это число букв. Число букв. Буквы алфавите. Алфавите. Шифр текста N крышевый текст. Алфавит затем, наверное, означает. Криптоаналитик. Если так, то криптоаналитик. Криптоаналитик. Е вот дальше будем обозначать. И сайт, как обычно, Е. Выбирает открытый текст X равный. То есть, скажем, если мы возьмем алфавит, выбирает открытый текст для русского языка. Правый. А, Б, В, Г и так далее. Э, Ю, Я. Вот. И это все буквы разные. Да, то есть не Э, Я, а до, достаточно нам до F выбрать. Там до, например, какого-то числа n различных символов. Какая-то буква x. R минус единица. А xr. Xr. Буква. Вот. Ну и если выбрать так текст. Ну и выбирает текст. И x1 ну, нет, у нас нумерация не по алфавите идет, а нумерация блока. И это ставится S в блок для открытого текста. Ну и когда получил шифрованный текст, криптоаналитик, соответственно, сразу же восстанавливает открытый ключ. Это за рамках видео. Выбирает открытый текст и получил соответствующий шифр текст. Однозначно восстанавливает. Ключ. Секретный ключ. Например, давайте возьмем какой-нибудь шифр. К у нас будет 1, 2, 3, 4. 3, 1, 2. 4, 2. Секретный ключ. Ну, открытый текст мы можем взять просто А, Б, В. А, Б, В, Г. Ну и получается шифр текста, когда у нас на первом месте будет стоять третья буква В, на втором месте первая буква А, и на третьем месте четвертая буква и на четвертом вторая буква. Ну и это соответствие третьего шифрового текста однозначно показывает, какой будет ключ. Ну а именно единица переходит в 3, 2 переходит в 1 и так далее. То есть однозначно определяется. Ну если соответственно R больше M, то Е выбирает открытый текст X равный А, Б, В и так далее, Э, Ю, Я полностью. Ну и дальше повторяется одна буква. Просто. Например, Я и так далее, Я.
до, соответственно, получился R2. Ну и тогда, соответственно, первые вот N различных букв, они полностью покажут, куда переходят они в ключе, а оставшаяся часть либо по смыслу определять, если их немного, либо тогда дополнительный блок открытого текста, еще один блок открытого текста, где мы эту часть уже, мы знаем, куда переходит первое M-символов, а символов, первое M-1-символ, а остальные символы не знаем. И мы можем для следующего открытого текста, если у нас есть возможность выбирать открытый текст не один, а два, то поставить разные символы на этой части. Ну, а там уже не важно. Ну, и, соответственно, если очень длинный блок будет, то тогда надо больше пар открытых шифрованных текстов. Ну, или длинный текст просто иметь зашифрованный. То есть на основе выбранного открытого текста любой, получается, шифр перестановки совершенно нестойкий. Ну, я не буду уже говорить, если они будут конкретные шифры перестановки, тогда в общем случае атака так быстро делается, если более простые шифры, табличные перестановки, магический квадрат, ну, еще там проще получается. Атаки на шифры перестановки на основе открытого текста. Основе открытого текста. То есть, когда мы не можем выбирать текст, а есть один или несколько пар. То есть криптоаналитик имеет одну или несколько пар. Открытый текст, шифр текст, шифр текст, соответствующий. Ну и имеется до N. Ну и понятно, что когда мы можем уже, мы не имеем возможности выбирать. Вот. Ну, в открытых текстах мы можем тогда, если в открытом тексте встречаются различные буквы, то по одному разу каждая, то мы уже для них устанавливаем полностью ключ, куда переходят эти буквы. Там, где буквы встречаются по несколько раз, это тогда надо уже уточнять на следующих парах открытого и шифрованного текста. Ну и понятно, что при достаточной длине, если еще учесть другие способы криптоанализа, именно частоту встречаемости символов, то эти шифры перестановки тоже будут совершенно слабые. Совершенно слабые. Что касается теперь шифров замены при атаках на основе выбранного или на основе просто открытого текста. Очевидно, что можно в случае выбранного открытого текста выбирать и как открытый, и как нешифрованный текст получать пару. Атаки на основе открытого текста, выбранных открытого и шифрового текста на шифры перед подстановкой или замены.
классические. Давайте. Тут, собственно, нам не надо даже если мы будем рассматривать шифры для определения ключа. Достаточно одной буквы шифрованной. Достаточно открытый текст из одной буквы. Открытый текст из одной буквы. Поскольку буквы X. То есть X на букву из одной буквы. И соответственно из одной буквы Y. Ну, так как Y равняется X плюс K, ну, по модулю N, ну, и отсюда сразу следует K равняется Y минус X и по модулю N. То есть сразу же определяется сразу же определяется секретный шифр ключ. Ну, шифры виженные. Шифры виженные. Соответственно, для взлома на основе открытого текста ну, достаточно открытый текст длиной переда. Ну или открытый текст и соответствующая дельтаграмма и соответствующий шифр текст длиной периода. Ну так как соответственно по символу, то есть x у нас равняется x1, xr период r, y равняется K равняется K1, KR, Y, соответственно, Y1, YR. Ну и, соответственно, K и отсюда, если у нас периоды, это у нас ключ, то отсюда следует K и, поскольку у нас по каждой позиции фактически сдвиг просто идет, шифр инженера, то Y, только Y, координатор секретного ключа всегда будет y и минус x и по модулю n. Как единицы дает. То есть ключ полностью определяется на основе такого открытого текста. Ну, если мы возьмем активное замерение. Давайте сразу возьмем то, которое вы уже делали в более сложной ситуации. Активной диаграммной замены. Для взлома. На основе открытого текста, когда известны пары открытых
и шифрованный текст. Достаточно текст иметь достаточно криптоаналитику, где иметь открытый и соответствующий шифр текст, две биграммы. Ну, действительно, секретный ключ, А, Б, ну, где для биграмм, соответственно, А, Б больше или равняется нуля, меньше равняется n квадрат минус единица, и А взаимно просто с n квадрат. Секретный ключ тогда определяется из системы. Из системы уравнений. Первая биграмма будет x1, вторая биграмма x2, а тут будет y1, y2. Ну и тогда составляется какая система уравнений? y1 равняется а, x1, b, y2 равняется а, ну и все это по модулю m квадрат. Ну и здесь получается два неизвестных, два уравнения. Причем это будет определение без ошибок. И достаточно вот такого, такой длины текста. Ну, в лабораторке, которую вы делаете, не задан открытый текст. И вот эти, соответственно, биграммы выбираются из статистического анализа шифрованного текста, ну, или открытого текста. Выбираются там наиболее часто встречающиеся биграммы шифрованного текста, которые будут соответствовать наиболее частым биграммам в открытом тексте. Вот. И это позволяет составлять такую систему с двумя неизвестными из двух уравнений система, и она решается легко. Вот. Ну, если не задан открытый текст, то там получаются ошибки. И вы эти ошибки, ну, вот, видели, когда лабораторную делали. Здесь ошибок не будет, сразу определяется. Вот шифр, соответственно, ну, аналогично для составления, аналогично она. Для взлома, L-граммного равного активного шифра. На основе
достаточно. Достаточно открытый и цифрованный текст, и иметь два языка. Давайте посмотрим шифр Хилла. Это, соответственно, открытый текст. X у нас развивался на блоке по символам, ну и так далее. Шифр текст тоже развивался на блоки, и каждый блок шифрованного текста получался соответствующий блок открытого текста с помощью преобразования. Давайте обозначим, соответственно, этот блок X1, а L-грам – это блок Y1. Вот. Ну и тогда Y1 у нас равнялся. А X1, где-то просматриваются как векторы столбцы, плюс B, ну, где А не особенная матрица, то есть, соответственно, где определит А и N взаимно просты, ну, B произвольный. Вот. Ну и, соответственно, если мы рассматриваем, так скажем, в самом простом общем случае, то у нас это получается, ну да, это вычисление здесь в кольце, то есть по модулю, можно сказать, модулю M. По модулю M вычисляется. Ну, либо если M простое, то это можно так в конечном поле рассматривать все действия. Вот. И тогда достаточно, чтобы определить уровень. Ну и, соответственно, это у нас уравнение. Сколько здесь у нас неизвестных? Неизвестных, если у нас блок R, то будет здесь матрица R квадрат, и здесь вектор длины R. R пункт неизвестный. R пункт неизвестный. Ну и для расшифрования нам, в общем-то, надо столько для криптоанализа. Необходимо открытый и шифр текст длиной более чем R. Больше R. Так как нам надо более чем уравнение, если они не могут быть зависимы. Ну, в принципе, это уже уравнений неизвестных достаточно много. Ну, если R там есть, то получается 1000 неизвестных. То есть, но дело в том, что и 1000 уравнений надо. Ну, 1000 уравнений и длина текста 1000 символов, это, в общем, в современной криптографии это не проблема, это достаточно. Часто такие тексты длинные идут. Ну, и если криптоанализ делать в лоб, то криптоанализ тоже легко делается. Эта система будет линейная система. А система линейная решается с помощью быстрых алгоритмов. Самый известный Гаусса, Страссена, Коновальца алгоритма. Они решают эту систему быстро. Если это обозначить число известных R-пункт. Ну, или тут часто B убирается.
поскольку она не очень-то сильно увеличивает стойкость, и получается тогда F вода различных неизвестных. Если обозначить F куб через F, то даже алгоритмом Гаусса у нас будет с помощью алгоритма Гаусса, с помощью алгоритма Гаусса, система уравнений решается за O от N куб операции. Ну, если здесь, скажем, от 1000 N куб, тогда у нас будет довольно большое число, миллиард, но на современных компьютерах она быстро решается. Тогда R у нас будет 1000, N куб будет миллиард. Она решается. То есть тут еще одно видно важное свойство, которое должно присутствовать для того, чтобы на основе открытого текста нельзя было взломать шифр. Поскольку я говорил, что современные системы обязательно строятся стойкими к атакам на основе шифротекста. Надо, чтобы вот эти системы уравнений, которые образуют алгоритм шифрования, они не были линейными, они были нелинейными. И эти свойства вы будете формализованными рассматривать дальше под свойства булевых функций, с помощью которых строится как раз алгоритм шифрования. То есть, как вы видите, и шифр перестановки, и шифр подстановки, и замены, они, в общем, на основе выбранного открытого текста и просто открытого текста, в принципе, все быстро взламываются. Ну, немного, конечно, сложнее. Атаки на шифры перестановки с помощью на основе шифров текста. То есть на классической шифры перестановки. То есть когда известен уже шифр текста, открытый текст известен. Ну, конечно, ключ неизвестен. Но известен, что здесь использовался шифр перестановки. Даже может точно какой шифр. Ну, шифры перестановки обычно они для криптоанализа должны использовать частоты биграмм, может 3 грамм или биграмм через один символ. И тогда криптоанализ позволяет с помощью такого частотного статистического подсчета найти открытый текст. Ну и, в общем-то, и восстановить ключ. Например, шифр усложненной табличной перестановки. С перестановкой столбцов и соответственно, ну давайте, чтобы было ясно, возьмем небольшую таблицу, четыре на четыре. Ну, порядок записи в открытый текст у нас записывается от конца, но в своем порядке, ну, допустим, в порядке 1, 2, 3, 4. Шифр текст по столбикам выписывается. Ну, давайте расставим как-то столбики 1, например, 2, 3, 4. Вот в таком порядке. И запишем открытый текст. Открытый текст
Ну, например, первая строка. О, вторая строка. Я в две, третья, не е, о, с, езде. Ну, е не поместилось, от творения пассива. Вот мы записали в соответствии с этим шифрованный текст. Шифрованный текст. У нас получается, соответственно, первый столбик Е, четвертый на О. То есть, подождите, неправильно. Да. Считываем З, Е, четвертый знак О. Второй твердый знак В, О, И. Третий столбец Д, О, Н, Я, С. Ну и четвертый столбец. Так, тут у нас еще один твердый знак, подождите. Четвертый столбец вот В, Л, Б. Б, Б, Е. Ну, то есть разбиты на блоки по 4. И криптоаналитик знает, собственно, что, как работает шифр, но не знает перестановку блоков. Тем не менее, он записывает эти блоки Z, столбики Z, E, твердый знак O. Соответственно, остальные тоже. Остальные записывает твердый знак V, O, I. Соответственно, D, N, я, S, и это у нас E, E, L, B, E. Вот он записал столбик. Ну, первое, что надо сделать, это установить порядок столбиков. Порядок столбиков. То есть некоторые, понятно, что нам помогает, что здесь присутствует твердый знак, мы можем сразу же определить, какие столбики не могут следовать друг за другом. Вот. Ну, например, твердый знак не может быть после гласного. Никогда. Он может быть только после согласного. Значит, можно уже поставить тут два столбика рядом, вот два столбика рядом, какие? Вот этот. Давайте дальше напишем. Два столбика рядом можно поставить, соответственно, Е, Л, Б, Е. И за ним может быть только этот столбик. Потому что в других случаях твердый знак согласный идет. Так? Значит, два столбика мы сразу устанавливаем, какие могут быть. Твердый знак О. Дальше. Теперь надо установить каждый из оставшихся столбиков. Где он может быть? Этот столбик то есть у нас остаются два вот этих столбика. И мы должны поставить либо слева, либо справа один из столбиков. Ну и мы
на что. Так, это у нас Е, буква, да? Е. Значит, ну, здесь можно, например, пробу. И можно, значит, если мы поставим этот столбик справа, то мы получим, собственно, внизу, это у нас Е. Если мы этот столбик поставим справа, вот этот вот, будет то есть справа мы его поставить не можем, поскольку у нас получится три гласных подряд. И три гласных подряд в нижнем строке. Значит, давайте справа не можем. Слева тоже три гласных. Значит, мы не можем его непосредственно ни слева, ни справа поставить. Значит, вот этот столбик, давайте, если мы поставим слева, то у нас получится, ну, если поставим справа, ну, тут можно попробовать. Поставим справа. D, N, Я, S. Ну, а слева поставить этот столбик. О, И. Ну и тогда уже у нас, в общем-то, читается объявление. То есть и тогда можно строчки соединить. То есть мы уже видим, что столбики поставлены правильно, когда соединяем строчки, строчки уже проще соединяются, потому что там осмысленные кусочки идут. Ну и откуда следует открытый текст. Я уже не буду подробности рассказывать. Так, ну, шифр общий перестановки. Ну, считается. Но если шифр имеет период, ну, блок размера E, то практически достаточно. Достаточно открытый, то есть не открытый, уже только шифрованный текст длины 4F для успешного криптоанализа. Ну, кстати, здесь мы находим не только, я не подчеркнул, но находится открытый текст и секретный ключ находится сразу. Секретный ключ. Поскольку мы, найдя открытый текст, мы сразу видим, как переставлены столбики и строки. И, соответственно, в этом случае анализ аналогично делается. Вот шифр текст у нас есть. Игры. Равный y1, y2, y3, y плюс 1, y2, и так далее до y4, y5. Ну, каждый блок переставляется общим шифром перестановки. Криптоаналитик. Е. Строит таблицу. Y1, Y2, Y, R.
Y, 2, R присоединится, далее Y, то есть R присоединится, и 2, R. Y, 2, R присоединится, Y, 3, R. Y, 3, R присоединится, Y, 4. То есть подписаны блоки просто под друг под друга. Вот эти четыре блока. Сбиваем на блоки, подписываем друг под друга. Ну и как вы видите, мы имеем не что иное, как, собственно, табличную, можно рассматривать этот шифр, как табличную перестановку. Причем строки не переставляются, а переставляются только столбцы. И вот аналогично можно, как только что мы рассматривали вот, вот такой вот перестановки, делать анализ. То есть будут запретные столбцы где-то у нас. И если предположить, что в открытом тексте две буквы какие-то рядом стоят, то они, и мы найдем шифрованным в тексте эти буквы, то подтверждение, что они стоят рядом или не стоят рядом, можно определить на следующих строчках. То есть если они в первой строчке, ну, в открытом тексте стояли рядом, а здесь стояли, например, на первом и четвертом месте, то эти же буквы должны стоять во второй тоже на первом и четвертом, и в третьей на первом и четвертом. А если они не стоят, то это гипотеза неправильная. Ну и можно использовать, конечно, частоты диграмм. То есть этот шифр тоже, как я написал, примерно для четырех таких блоков достаточный для блока шифра перестановки, даже без использования открытого текста, а просто на основе шифра текста, с помощью частотного анализа. Ну, что касается теперь... А так... Атаки на основе... Так, мы будем делать перерыв. Перерыв.